Активисты Одинцовского отделения «Единой России» приняли участие в экологической акции. Они собрали устаревшую оргтехнику и более 30 отработанных покрышек, а затем сдали их на специализированную площадку «Мегабак». Ранее партийцы привезли на пункт утилизации еще около 100 старых автомобильных покрышек, собранных в ходе субботников. Напомним, на территории Одинцовского округа сейчас действуют две площадки «Мегабак». Одна из них располагается в густонаселенном микрорайоне «Новая Трехгорка».